Всем привет, с вами Царь-Царевич. Mountain Blade 2 Bannerlord является третьей по серии игр Mountain Blade, разработанной еще в конце 2010-х, вышедшей в начале 2020-х годов нашей эры. Игра, которая показывает действие раннего, а точнее высокого средневековья, коллапсом старых империй и зарождением новых королевств в выдуманном континенте под названием Кальрадия. Фактически, Баннерлорд является как приквелом для Варбанда. Но, как и с Варбандом, Баннерлорд имеет кучу модификаций, и одна из них — Eagle Rising, или нарастающий орел, показывает историю Кальрадии, но в более древнем виде. Канонично или нет, но все же это показывает более древний римский и вообще античный экземпляр среднего мира Кальрадии, где вместо византийских или восточно-римских скутанов или вландий или рыцарей феодалов наблюдаются даки, скифы, германцы, римляне и даже карфагеняне. И вот в этой линейке глав этакой истории как раз-таки окажемся мы на месте за обычного простого солдата, который от простого легионера, который имел нищий род, закончится величайшим триумфом, может быть, даже и станет новым императором Кальрадии и всех королевств. Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку или что там у вас есть на кухне и наслаждайтесь этой историей, которая сейчас будет рассказываться в этом пилотном выпуске. Триста двадцать третий год нашей эры, 1 сентября, близ Дунстики, Южная Империя. 20-летний парень по имени Луций, или же Гай Луций Скарий, является один из потомков из дома Скариев, одного из мелких домов империи, который когда-то служил императором Кальрадии. Но после смерти императора Ареника империя пала в массовую гражданскую войну. Между тем, возникло три государства. Северная империя под правлением Сената и узурпатора Лукана. Западная империя под правлением Гетрикса, военного легата одного из легионов, который стал очередным претендентом из-за того, что армия признала его власть. Ну и, наконец-то, Южная империя под руководством Рагеи, женой покойного императора, который пытается сохранить бывшую имперскую власть и бывшую имперскую династию, и хочет поставить свою дочь Ирен на престол. Правда, вышеописанные претенденты не посмеют женщине или, по крайней мере, бывшим лоялистам империи править далее. Да и вообще, все правители Кальрадии до Рагеи были в основном мужчины, а не женщины. Поэтому, ну, это было бы очень странно для в основном мужской империи поставить женщину на власть. Но правда, и помимо этих трех претендентов имперских есть и другие государства. К примеру, государство скифов на востоке, управляемыми ханами, республика Карфагена на юге, конфедерация свебов на севере, конфедерация племен Дритии, или же Дакии, или Даков, расположена далеко на западе. Ну и напоследок конфедерация племен Ботанов на северо-западе, где огромные леса расположены и огромные высшие земли.
Посредине сия политической и военной смуты и находится наш главный герой, который в прошлом-то был обычным легионером-солдатом, который теперь хочет больше славы и победы. Но он еще слишком, правда, зелен для столь жестокого мира. Поэтому он в основном направляется в один из городов империи, дабы уже начать тренироваться. И даже провести время на арене, чтобы потренировать свой военный опыт и наверняка биться то против бандитов, то против дезертиров и других будущих врагов, которых он встретит на своем пути. Спустя время в арене Гай Луций собирает состав местных ауксилий и легионеров из местных городов и деревень, дабы противопоставить местным варварам и бандитам, которые угрожают местной дороге в империю. Так, близ города Вострум, Ауксилий Скария были крещены огнем в этой первой битве, когда они встретились с варварами. Луций расставил своих ауксилий в прямую линию, и пока они держали, сам Скарий был на коне. И когда тот использовал пилумы, дабы расстрелять из варваров, до тех пор он их использовал, пока сам Луций не спешивался из-за варваров, либо пока у него боезапас пилумов не кончится. На футаже видео можно увидеть, как это тактически происходило. Но и весьма кинематографично. Спустя время в турнирах и очистке Южной Империи от варваров, гладиаторских мятежников и так далее, Скарию это надоело. И тот хотел кем-то быть больше, чем просто убийцей для бандитов, типа наемником или вассалом. К счастью, когда он в турнирах участвовал и подавлял всякие лагеря бандитов, он увеличил себе репутацию. И ботаницы, узнав про его деяния, хотели бы нанять его и его псевдоцентурию, то есть небольшой отряд, чтобы они послужили ботании за деньги, за честь, за славу. Естественно, Скарий согласился. И тогда он и его центурия начинали служить ботании на некоторое время. Yeah.
Правда, путь в Батанию был долгим и кровавым. То бишь убивать местных бандитов на пути, дабы те не Егал мешали Проблем. капитану наемников. Да и просто частая покупка еды, запасением имперских сил. Ну и, конечно же, просто дни и ночи шли долго, а добираться туда было не очень-таки быстро. Но в конце-то концов-то, придя туда, там Луций поучаствовал вместе с ботанийцами против имперцев. Да, это очень странно, как имперец борется против имперцев, но это нормальное явление. На самом деле, пока я делал все эти записи, были разного рода моментов странностей, шизофрении, так что это вполне нормально.
Вот, кстати, парочку моментов и футажа с битвами и с турниров для тех, кто думал, что тут мало экшн-сцен. Вот они перед вами. Soldiers! Shields up! Infantry! Hold fire! Infantry, stay close! Infantry! Infantry! Fire! Your ground!
Archers! Loose formation! Archers! Hold arrows! Bowmen! On my flank! Archers! Forward! Archers! Move! Move! Forward! Arrow! Fire at will! Archers!
there.
Peace to you, strange. Правда, несмотря на его наемную центурию, Ботания проигрывала воинам, которые участвовали, а сам Луций, уставший от всех этих войн и убивая своих же родичей, просто ушел, сказав высшему королю тому, что ему все это надоело, и тот просто пойдет. И его король отпустил. И с тех пор опять Луций стал участвовать в турнирах и набирать себе славу, как одного из великих мастеров, точнее, один из чемпионов арены. Правда, это все изменится скорым временем, когда он повысил себе авторитет своего же клана. И вот на этом часу, и на этой минуте, и на этой секунде, и на этой миллисекунде и заканчивается данная часть, которая была чисто по лору и по вообще вводной. Что, да как вообще здесь произошло? Да и вообще, в принципе, может, это даже и стал каким-то своему роду гайд в этом моде, если вы можете от простого солдата, можете повыситься до богача наемника, который может иметь уже десятки тысяч динар в начале игры, и при этом быть богатым сразу же. Но, опять же, кто-то в эту игру не играет, в этот мод тем более. Так что для некоторых это было интересно и познавательно, а для некоторых это было как туториал или урок. Ну ладно, а я сейчас пойду отдохну, а уже на этой неделе я дальше продолжу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свой коммент. Ну а с вами я прощаюсь. С вами был я, царь Церий 777. Всем до скорой встречи, всем пока.